Ребят, всем привет. Сегодня была моя очередь сидеть с Ванюшкой. Смотрите, какой у нас порядок. Мы с ним все утро тут играли. Везде. Завтра, кстати, Катя встает. В общем, игрушки везде. Как там, еще здесь игрушки. Потрясающие кроксы за 5 евро. Так, а Ванюшка с Катей, они у нас тусят в бассейне. Доброе. Ты купаешься? Где? А вот какая лута. Ты все убрал, всю каку убрал? Да. Да. Ты у нас чистильщик бассейна. Такой ветерочек, да? Класс. У нас солнце жарко, ветерочек дует и охлаждает. Угу. Мы уже позавтракали, тут у нас тарелки остались. Блин, надо как-то порядок здесь навести. Сегодня к нам гости приедут. И надо навести все это в порядок, потому что что-то мне совсем не нравится, как все здесь выглядит. А гости уже здесь. Приехали, и не с пустыми руками. Тетёля такой шедевр тут приготовила. Это, как правильно сказать, пирог, бисквит. Кокосовый кекс с абрикосами. Мишлен. Между прочим. Ну, переделанные. Ну да, но по рецепту мишленовского. Да, но став все равно мои. В итоге. Выглядит потрясно. Так что всем нарезали. Пьем кофе, ждем, когда Ванюшка проснется. И будем сейчас пробовать эту нашу красоту. Какой он мокренький. Он очень мокрый. Прям. Вы его сгущенкой пропитали? Ну, кокосовая сгущенка. Много всего. Это очень вкусно. Очень. И не приторно сладко, скажи. Я не люблю очень сладкие, а вот это прям вообще. Так, ребят, мы, в общем, едем потихоньку к нашему. Ванюш, мы куда едем? К тукану? К тукану. Тукан. Скажи, тукан. Тукан. Не хочет говорить. Он у нас сегодня какой-то. Ну, бывает периодами. То с настроением, то без. Остановились попить кофейку, потому что что-то мы выехали. Никто не обедал, все только завтракали. А время уже сколько? Часов 5, наверное, да? Ну да. Да, без 25. Поэтому, в общем, идем попить кофейку. Смотрите, какие классные кухни. Барсы. Смотри, какие пупсы прикольные. Класс! Классно. Сколько стоит? 7 евро. Я думала, евриков 20. Я тоже думал, так как с Барселоной будет подороже. Еще есть мелочки, вон. Барселона такси есть. Да. Тут с Гауди. Так, ладно, идем выбирать еду. Что мы тут? Что мы будем? Папочка, вон там, наверное, возьми какао. Какао? Идем за какао. Снова в гости к тукану. У Ванюшки столько радости. Мы приехали сюда с бабушкой и дедушкой. Да, Ванюш? Да, сейчас пойдем к тукану. Боже, как здесь громко. И сегодня здесь очень много людей. Класс. Как они сильно? Да, громкие. Этот раз мы увидим бабочек. Только, правда, она закрытая, кушает бананчик.
И Надя тоже пошла там снимать, там тоже бабочки. А Ванюшка нас, наш хочет прямиком к тукану, и больше его никто не интересует. Сейчас. А вот, смотрите. Вот тоже вот. Это большая бабочка. Ой, попуги там. Вот, смотрите. Видите? Полетела. Какая классная. Красивенькая такая. Синяя, вау. Они сойдётся нам? Там тукан уже. Там уже тукан? Идем скорей. Бабочка как из эмохи. Да, они огромные. Класс. Где? Кто там? Там. Пойдем к тукану, скорей! Ванюша, сейчас! Вон, Юля! Позови его, тукан! Поехи, лети! Смотри, я тут спустил, да? Есть еще один? Да? Там. Ваня! Там есть еще один? Я покину! Да, тукан, сынок! Тукан! Ваня, тукан! Боже мой! Тропики, да. Все, он его испугался. Опять тукан? Посмотри, они там кушают, конечно. Пошли посмотрим, как они кушают. Красавчик сидит такой. Ой, бабочка там сидит. Я хочу вот эту вот голубую поймать, которая большая. Ай. И домой забрать, да? Нет. Смотри, сколько их там. Лети. Ну. Что, они там кушают? Да. Дальше смотреть. Ой, ну ладно, все. Уходим, уходим. Ты смотри, как возмущается. Ужас. Надя. Надя там прямо. На перепелочек, да, маленький? Да, маленький. Какие-то вообще. Вон. Видишь? Птичка. Привет. Вот птичка. Смотри. Золотые. Какие красивые. Класс. Гуляем. Парк маленький, но живности здесь много. Какие красивые. Мы возвращаемся в какой сотый раз к тукану. Где он, Ванчик? Вон, иди, смотри, вон он. Ой, выскочил. Опа! Не бойся его. Тут есть два тукана. Один помоложе, другой постарше. Но вот этот не кусается. Кусается более с длинным клювом. А еще один? Хочешь другого покупать? А где он? Он где-то там. Побежал. Да, у него клюв
Нормальный. Есть такой стадо мира пайдер. Вова! Ну почему? Больно? Не, а у него эти, как сказать, пластмасски такие. Но он недовольный, явно очень недовольный. Ага. В прошлый раз был более дружелюбный. Кого он кусает, кого это, обуви нет. Тукан! Тукан! Вау! Видел, какая птица красная? Тукан! А где другой-то? На веточке сидит, да? Только не кричи, сыночек, тихонечко. Не пугай. А то не испугаются. Ну подойди поближе. Там есть другие, вон. Ой. Ручка так лопалась. Вот так. Скажи, привет. Ты его напугаешь. Мы уже вышли из парка, приехали в сам город на набережную. Здесь такая замечательная детская площадка. И вот мы пятером гуляем с двухлеткой. Вот, в четыре руки учим подниматься, залазить. Вот, а мы втроем наблюдаем. Ну, в общем, как все как положено. Вот, а площадка тут не для разных возрастов. Тут одна, там другая. Вон там еще есть кораблик и огромный пляж. Здесь очень красиво. Но мы с Ваней именно вот прям вот тут первый раз. Здесь мы никогда не были. Раз, два, три! Опа! Оп! Как раз бы сейчас бы сели бы прям. Не, не надо! Фу, блядь! Фу, фу, фу! Фу! Фу, классно! Ужинать, потому что все голодные. Ванюша кушает омлет с сыром и курица. У нас здесь картошечка с соусами, Ванюшкина курочка, потому что порция большая, и осьминожки. И еще у нас... Осьминожки, кальмар. Ой, кальмарчики, да. Ой, и кальмарчики. Вот, потом нам еще по основному блюду принесут. Ванюша счастлив. Хочешь это? У тебя в тарелке, ты хочешь резать? Хорошо. Давай. Давай с мамой. Вот так. Вот так. Такой у него личико. О, нам еще гиосас принесли вкусный. Вот так. Все, нарезали. Бери вилочку. Бери вилочку. И вот бери омлет нарезанный, который ты сам нарезал. Вот так. Это гиосас. Это типа пельмешки овощные. Типа вареники. Попробуем напополам. Подождите, стоять. Вкусно? Ты хочешь сам? Хорошо. Я заказала себе салатик, Ваня рыбку, тетеля осьминожка. У тетеля такая красивая подача. Еще и мидия запеченная. У дяди Вовы какие-то шашлычки. У Нади тартар. А у Ванюшка уже покушал. Так что всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного. В общем, мы
покушали. Вы представляете, этот ресторан сейчас битком. И стоит очередь огромная. Ну, не огромная, конечно. Но здесь 3 или 4 входа. И все битком. Прикольно. Казалось, вроде бы немного людей. Надя, попробуй. Мы приехали. Мы приехали домой. Мне казалось, мы едем в вечность. Да, мы возвращались 1.5 часа. Я так устала. И это мы думали, что Ванюшка на обратной дороге отключится. Вы представляете, он 1.5 часа или даже больше, мы еще остановку делали, он не спал все это время. Угу. Не капризничал, ничего, то есть хорошо ехал, спокойно. Да, то есть, ну, на удивление, раньше, если мы 8 с копейками выезжали, то он засыпал 1.5 часа, и он все. А тут 1.5 часа ехали, и это, и доехали. Так что, ребят, надо сейчас все убрать. То полив сделает классно. Да. В общем, ребят, ты, наверное, займись этим. Угу. А я займусь тем. Я пойду монтировать ложек. Вот, и не знаю, может быть, сейчас в покер поиграем. Да? Или ты уже совсем устала? Я совсем устала, у меня так ноги. Сегодня классно погуляли. Да. Ладно, все, ребят. Пойду я монтировать. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. Огонь! Вода дома вкусная.